1976 году братья Маккормики, мы будем новыми звездами, создали вторую в Дублине... Не букайте мне! Я учился в Итоне! Самую лучшую рок-группу! Я не слышу вас! Но пока они только набирали популярность, другая группа... Увидимся в чатах, мальчики! ...была всегда... на шаг впереди. Мы будем называться U2. U2? Звучит как название тонущей подводной лодки. Хочешь значок с Бона? Хочешь получить в глаз? В следующую субботу мы сметем их со сцены. Подождите, в субботу визит Папы Римского. Кому нужен этот Папа Римский? Черт! Что случилось? Я не дал Айвану играть в группе. Мы бы хотели взять твоего брата к нам гитаристом. И не мечтай. U2? Вау. Раз, два, три, четыре! Правдивая история о двух братьях. Я мог играть в самой крутой группе мира! Что ты хочешь, чтобы я сказал? Чтобы ты сделал самую большую ошибку в моей жизни! Которые не достигли того, о чем мечтали. Никто из нас не знал. Я всем говорю, они следующие U2, только посимпатичнее и голубые. Бен Барнс, Роберт Шинан. Убить Бона. Слышишь эту песню? Он издевается над нами? Он не нашел, что искал. Да у него есть все, о чем только можно мечтать.